Поехали. Виманы. Сейчас проверим, идет ли трансляция, как обычно. Запуск. Всем привет, друзья. Получается, что у меня как обычно, очень скоро сразу и видео, и стрим. Вот с вами сегодня Евгений Макаров. И Илья, канал Цельнозор. У него очень много новых видео вышло. Одно из них про ртуть. Вот. Здравия, соратники. Да. Так что по этой теме у нас сейчас стрим. Ну, это как бы самая первая тема. А потом о другом, о виманах и так далее. И слово сразу Илье передаю, чтобы не задерживать информацию. Все. Здравия, коллеги, соратники. Сегодняшний стрим посвящен магическому, замечательному, мистическому металлу, который, в общем-то, непонятно, металл это, или, ну, жидкость в какой форме, ртуть, замерзает при 38, испаряется 338, тоже странно, 38, 338, 300 градусов, четко, много уникальных свойств, это и теплопроводность, и расширение с температурой, он расширяет этот металл удивительнейшим образом, об этом чуть позже. Единственный металл, который расширяется одинаково, независимо от температуры. То есть при минус 10 до минус 11 он будет расширяться там, так же, как и плюс 150 и плюс 160. Вот, с той же практически точностью. Поэтому ее используют в градусниках. Но сегодня мы не об этом. Женя, виден экран? Да, все видно. Ага, замечательно. Вот как этот человек в моем видео, смотрите. Давайте немножко посмотрим. То есть он много говорит о том, что ртуть безопасна. При этом он ее пьет, полощет ей рот. Я очень хочу повторить это. Молодец, мужик. И, собственно, видео было посвящено тому, что кто-то демонизирует ртуть. Зачем это нужно, кому это нужно, почему так ее скрывают. Собственно, поэтому я решил сделать серию видео про ртуть. Это четвертое видео. Первые три тоже занимательные, они тоже касаются и технологических вещей, и дальнейшему использованию в медицине, в аюрведе и так далее. Но пока давайте мы сконцентрируемся на применении ртути в технической сфере, в технической части, потому что она может быть, скажем так, открыть много путей, которые нам не дают открыть. И как вы думаете, почему, Евгений, как ты считаешь, почему ртуть так демонизируют, говорят, что даже пары опасны, что градусник нельзя разбивать и так далее? Как может быть, сама она не опасна, а пары могут быть опасны? Как ты считаешь? Почему так? Ну, я отвечу, вот, правда, сейчас нету этого отрывка, сейчас другое видео показывается. Есть передача, ее ведет Каневский, тот самый, один из знатоков Ага. кавказского происхождения. Очень, Ага. причем он сохранился до сих пор с тех времен, как он был, так и таким и остался. Очень здорово ведет передачу, там расследования какие-то, да, следствие НТВ, вели. да. Да, и одна из передач посвящена тому, что один из советских изобретателей, ну, самоучка, просто кулибин какой-то, что называется, из провинции, решил улучшить сигнал на антенне, вот, который как вот уши такие выдвигающиеся. Я забыл, как она называется. Я помню, что Комнатная обычная. комната такая, то есть она как бы состояла из таких, выдвигающихся двух ушей, назовем их так, да, и Полосок металла, да, я да, помню. это металлических. И можно их было менять, так скажем, расстояние, чтобы лучше сигнал добиться. У нас такая тоже была, я помню, у многих была. И он туда припаял такие колбочки с ртутью. А, вернее, два градусника.
добился того, что просто подсоединил контакты, да, именно к этим вот полоскам. И что вы думаете, да, он стал ловить все, что раньше нельзя было поймать советскому человеку на обычную антенну. И самое удивительное, что меня вот в этом, ну, больше всего поразило, то, что, оказывается, уже тогда у КГБ были какие-то приборы, которые просто пеленговали такие вещи. И они его сразу вычислили и сразу просто куда-то увезли. Так что у меня пока что складывается такое впечатление, что именно ради этого такой запрет, потому что ртутная антенна дает неимоверное качество сигнала и силу приема вообще любого сигнала, хоть откуда. А это, видите ли, не всем надо. Почему? Ну, потому что тогда люди будут и со спутников все принимать, да, всякую информацию, которую не нужно им знать. Все-таки очень много секретных данных. Кстати, я могу сказать, что даже просто со спутника антенну подключаешь, там, настраиваешь на спутник, и там просто льется поток всего подряд, там сколько поставляется оружие там в Ирак, там куда-то еще, ну какие-то просто документы, то есть все подряд. Это как такой бесконечный интернет, но в одном направлении, то есть просто куча файлов, которые льются, все данных вообще просто потоком рекой. Ну, может быть, вот это сейчас невыгодно, хотя в принципе, если уж там Wikileaks там выкладывают секретные документы, да, то никому не сек... ни для кого не секрет, что много тайн, секретов уже раскрыто, да, и раскрывается, и продолжает раскрываться всячина. Я не понимаю Да, тогда, мне... с чем связан запрет ртути, если и так все известно, ясно. Ну, про Вимианику Шастер мы чуть позднее поговорим. Вот Ну такое вот мое далеко не мнение. все ясно. Да. Викилин же, Не ты знаю, может, прав, что там они не выкладывают то. политическую составляющую, но техническую они не выкладывают, ну, понимаешь, да? То есть они не выкладывают БТГ, они не выкладывают системы связи индивидуальные, то есть независимо от другой, потому что уже есть такие технологии, которые позволяют людям соединяться между собой. То есть практически индивидуально. Связь независимо от расстояния. То есть есть такие типы антенны, такие сонастройки друг на друга. Прием передачи. То есть люди будут независимы. А свобода информации – это убийство любой системы практически. Как и свободный источник энергии. Хотя энергия везде вокруг нас. Да, ты прав. То есть не хотят позволять людям получать свободно обмениваться информацией, потому что это будет означать свободу от системы информационной, потому что люди будут знать, что у них есть другой выбор. Верно, это одна из составляющих. Но я думаю, другая, то, что все-таки еще и лечит ртуть, и это убийство фармакологических компаний, ну, в части, по крайней мере. То есть химия не нужна будет, люди будут свободны, независимы. Опять же, повышаются интуитивные способности, осознанность, независимость энергетики человеческой, имеется в виду энергии, энергосистемы и так далее. Это тоже есть, это тоже нельзя отрицать, потому что в аюрведе куча препаратов не столько для лечения с ртутью, сколько для повышения осознанности, свойств и так далее, медитации. Потому что йоги многие с собой возят ртуть в том или ином виде, об этом тоже во втором фильме у меня есть. Ну, посмотрите, первый, второй фильм про ртуть. Это четвертый, если не ошибаюсь, по крайней мере, на англоязычном канале 4 есть. Но сегодня давайте мы поговорим о технической части, потому что ртуть это ведь не только измерительный прибор, не только в измерительных приборах ее использовали везде, включая для выпрямления тока, были так называемые игнитроны, в которых было залито ртуть. Многие лампы ртутные, не только вот энергосберегайки, но и которые вот уличное освещение, большие такие, там используется ртуть с разными другими, ну с натрием, например. И это дает очень мягкий такой свет, хороший, приятный. В уличных прожекторах она используется. Там горят раскаленные пары. И вообще ртуть излучает очень много энергии при минимальной подаче энергии к ней. То есть, ну, ее даже специально давят для того, чтобы, ну, не так много она выдавала света на самом деле. И вот этот переход на светодиоды, он не зря произошел, потому что, ну,
Слишком дешево и надежно эта технология, если ее там люминофоры меньше, ртути меньше и так далее. Но это немножко другая тема. А сегодня давайте поговорим о фильме, о той теме, в которой я затронул в фильме. Это использование ртути в связи для получения устойчивого сигнала, и не только устойчивого сигнала, и в технике, потому что я в разных источниках нашел много информации о том, что вращение ртути дает эффект антигравитации. Собственно, этому и посвятил фильм. Именно поэтому запрещено использование ртути в любых моторах с вращающими частями, потому что, во-первых, это дает ускорение ротора или статора, действительно, потому что ртуть сама по себе, независимо от обмоток, реагирует на магнитное поле и на поле вращения. Получается, она взаимодействует с эфиром и передает энергию эфира катушкам, то есть повышается отдача в генераторе и либо вращение мотора. То есть она сама по себе, без катушек, без всего, если она встроена в ротор либо статор, она взаимодействует и ускоряет. Плюс появляется эффект самоускорения, плюс эффект антигравитации. Это очень замечательный эффект. И были исследования как в 90-х, так и говорят, по крайней мере, много информации было о том, что безопорный двигатель на основе вращения ртути запустили в космос, но не дали его включать. Странно, да? Чтобы не подтвердилась эта вот теория, что возможно все-таки путешествие к другим, скажем так, планетам, звездам на основе этого. Потому что любое топливо, которое сгорает, оно закончится. А вот если просто вращать ртуть, потому что энергию можно добывать разными методами, в том числе и из солнечных панелей. И вот не дали включать. И об этом есть информация в ссылке под видео, под моего, и можете другое найти. То есть безопорный двигатель запретили включать. А сейчас давайте посмотрим немножко видео о том, как ртуть себя ведет при воздействии звуком. Разные частоты постепенно повышаются. И смотрите, как себя ведет ртуть. Женя, видно? Сейчас у меня, да, я просто смотрел сейчас на... Вот, ртуть ведет себя как пятиконечные звезды, форму принимает шестиконечной звезды, узоры как в Rose Windows, розетках. Причем это объемно, не только на плоскости. Форма тора, креста и так далее. Причем она очень живо реагирует на изменение частоты, то есть она намного лучше реагирует, чем вода. Но тематика имеет дело, как правило, с водой. Ну, а дальше разные другие видео идут. Чуть менее интересно. Хотя ртуть сама по себе интересна многим другим. А, Женя, как там, что люди пишут? И вот сейчас я прочитаю. Ну, например, отец мне рассказывал, СВ-67. Отец мне рассказывал, что в детстве у него была банка с ртутью. Он ее разливал по комнате и играл с шариками. До сих пор он жив и здоров. Так что, думаю, вред ртути сильно преувеличен. Ну, в принципе, вот мне тут одна из подписчиц тоже писала, просто уехал уже чат далеко, что типа я разбивала не раз градусники и жива до сих пор, хотя по идее должна уже типа Да. не быть таковой. Так вот, я могу сказать то же самое, что в Советском Союзе дети, да и взрослые очень любили разбивать градусники, ну, они бились быстро. Это такой кошмар сразу, типа, сразу такой переполох. А, что делать? Скорее убирайте. Но все живы, здоровы, ни с кем ничего не случилось. С головой у всех в порядке. То есть никто не тронулся, никуда не Так уехал. мази были ртутные, мази. А я такие не Заворот помню. Вот я кишок. такие не помню, честно.
Ну, была ртутная мазь, Да. серная мазь и так далее. Много хороших мазей, которые сейчас не производят, потому что они очень дешевые и очень эффективны. Вообще Советский Союз был уникальной страной, где все-таки заботились о цели, а не о прибыли. Не о том, чтобы ты больше купил, а чтобы ты выздоровел. Поэтому те простые мази, которые тогда были, сейчас недоступны. Вообще, я вот вспоминаю, говорили, что плохо жилось. Вот у меня был компьютер поезд 128, 128 килобайт. С кассетами. Ну и у многих других были такие компьютеры, у многих детей в первом, втором классе. А сейчас смотрю, его параметры, он лучше был IBM, который был тогда производился. Но тогда производился IBM, он был, я не знаю, ну, чуть ли не сотни, там, либо тысячи штук в США. А в СССР это десятки тысяч, и почти, ну, у многих детей были. То есть любой мог себе позволить. Он около 16 рублей, по-моему, стоил. При тогдашних зарплатах минимум там 120, а вот я на севере жил, там зарплаты 400 и 600 рублей были. По крайней мере, у моей матери это до 600, у отца там 350-400, потому что он просто, ну, рабочий был. А, то есть любой мог себе позволить, любой, то есть говорили, что плохо жили, да, замечательно жили. И в СССР, кстати, и спирт относился к ядам все-таки, а не просто жидкость пахнущая. И ртуть была, она не была опасна, ее использовали и в амальгаме, в зубах, в зубных пломбах, и везде практически, то есть в измерителях давления, в звонках дверных и так далее, то есть техники везде. Потому что это очень эффективно, очень дешево, не требует никакой электроники, все происходит. И очень надежно, практически вечные звонки. У многих звонки, купленные в 70-х, работают до сих пор. И там такая стеклянная баночка ртути, там грамм 50, наверное, ее. То есть, но они вечные, поэтому вот еще одна причина, по-моему, почему запретить ртуть, потому что там нечему ломаться, она вечная. Верно ли, Евгений? Думаю, да, потому что, вообще ртуть там, в радиоэлектронике, да, там везде использовалась, и там в градусниках, в каких-то там, не знаю, ламповых всяких радио этих деталях. То есть, я думаю, что там не только золото, позолота, да, не только серебро, но и ртуть очень часто используется. Потом вот эти все лампы дневного света, они же тогда были, да, вовсю. И Да. сейчас они есть еще пока. Но вот, конечно, меня очень удивило то, что энергосберегающие решили убрать, основываясь на том, что они типа вредные, там недолговечные, да, там еще что-то. Хотя могу сказать, что светодиодные ничуть не лучше. То есть качество и время их работы ничуть не больше и не лучше. Хуже и дороже, ты И что? дороже, да, хуже и дороже. Так что. И более того, мы не можем производить. Там в Китае пара заводов их производит на весь мир. А, даже производят в других странах, но из матриц, которые в Китае все-таки сделаны, немножко в Японии, потому что это очень сложное производство. Энергосберегайки могут все производить, чуть не в любом сарае. Ну что там, трубка, люминофор и немножко ртути, все. Именно это еще один способ, мне кажется, экономического закабаления всего мира. Смотри, значит, Извини, продолжай. Илья, тут комментарий поступил. В принципе, вот зная свой ум, как ко многому не готов, свое сознание, да, там, значит, Юни Сириус пишет. Ртуть, свинец, олово, кадмий, токсичны. Это знает любой радиотехник, работающий с припоем. Значит, если уж мы зашли про всякие там припои, сплавы, да, давайте, наверное, проясним ситуацию. Меня больше устраивает ответ, что как и где может быть опасна ртуть? В соединениях, друзья. Скорее всего, да, потому что там меняются химические свойства. Вернее, давайте говорить так, что электрохимические свойства меняются. Почему? Потому что если соединяются два элемента, да, образуется нечто третье.
другое вообще, имеющее совершенно другие свойства. Вот тут запросто может быть и ядовитость появиться, и вредность, и так далее, да. Но как бы мой ум пока не может перестроиться под то, что ртуть не опасна, к сожалению, да. Ну вот так вот забили с советских времен. Хотя вот наблюдая такие ролики, действительно начинаешь удивляться, как это так? Все безопасно, да. Ну я тут не видно, что не показано, что они там все в супер противогазах каких-то, да, суперзащите. Все нормально у Вот в них. унитаз сливают, смотри, Да, в да, да. Штатах можно в унитаз сливать ртуть, а у нас статья. Да, вот я этого Почему-то не понимаю, просто почему в за... США можно, у нас как так? Да, в Китае, в Индии, в США свободно. В Индии десятки миллионов индусов потребляют всякие ситхи медицину, аюрведическую медицину, препараты с ртутью, где там половина ртути, там остальное растительность и сера. И пьют, и ничего. Даже более чем ничего. Прекрасно. Нам много еще говорили про... Я почему сейчас перешел, немножко отступлю. Говорили, что мясо, белки необходимы и прочее. Блин, 1,5 миллиарда индусов, 90% вообще мясо не едят никакого в течение там десятков поколений. И живые, и размножаются. А как же незаменимые аминокислоты в мясе? То есть, может быть, не всему верить, что нам говорят. Вот моя идея-то. Вот Индия хороший пример, что ну, не всему можно верить. Вот не всему, это точно. И несколько моих фильмов про ртуть тоже об этом говорят. Ну, не только про это. Фильмы это все разоблачающие более-менее. И ртуть использовалась до революции во многих вещах, в том числе для получения атмосферного электричества. Я думаю, Евгений может подтвердить это, что во многих церквях она была. Ну, вообще, да, я думаю, что там очень все серьезно было. Где она могла содержаться, это как бы отдельная тема, да, и мы немножко здесь об этом можем, опять же, затронуть, так как, В яблоках под да, антенной. тема Понятно. того, что использование ртути в технологиях прошлого, в том числе, она использовалась в этих яблочках, в этих антеннах, там, в крестах, да, там разнообразных, ну, в основном каких-нибудь равносторонних, такого фрактального типа, то есть когда повторяющиеся элементы, это, как известно, самые лучшие кресты широкополосного вообще, Широкополосная антенна, да, да, лучшая форма. антенны. И потом где еще? Я вот даже, честно говоря, не знаю. Ну а эти столбы? А, столбы, если столбы Тесла, да, там, которые содержали не только медь, Для а, беспроводного, да, да. это, потом, естественно, вот, друзья, да, такая небольшая ссылочка сейчас, вот буквально перед стримом вышел у меня новый ролик про остатки Алексеевской насосной станции. Так вот, как я считаю, на одном из домов, который рядом стоит, наверху стоят две антенны. Одна из них очень похожа на те, что я очень люблю вам показывать на старых фотографиях, в видео или просто в стримах показывали часто, где вот эти беспроводные решетки, так называемые, которые содержат на себе не какие-то там изоляторы, да, для чего-то непонятно, потому что там проводов нет. Как бы мне ни пытались писать там всякие тролли, что это там ретушировали, а вот ты тут не видишь. А, и да, кстати, иногда, как бы, что греха таить, иногда так думаешь, ой, я ошибся, там же провода-то есть, потом начинаешь смотреть, а они нарисованы. Как это так? Где-то ретушировали, а где-то нарисовали. Зачем? Вопрос, да, хороший. Причем так грубо, тупо нарисовано, что вот И реально видно. вопрос, когда? Почему Да. грубо-то? Потому что это делалось еще чуть ли не в 60-е и 70-е, Да. когда это все только заливалось в архив. Прям нарисованные провода просто, ну просто от руки, не знаю, школьник нарисовал эти такие, не знаю, чем он там, карандашом. И вот эти шарики, да, там, я не знаю, как их лучше назвать, яйца из непонятного сплава, скорее всего, я даже больше чем уверен, обязательно содержали ртуть. Как элемент максимального КПД улавливания вот этой энергии,
И бесконечно. передача И дальше, передача, да. да. И создание, вот как вот у TechDancer, по-моему, есть одна статья, там написано, что, видимо, создавалось некое электронное облако. Такое вот. Вот оно, это, в принципе, он там все объясняет, и я понял, о чем он говорит. Это очень интересная вещь, да, причем эти решетки висели или просто на домах, или на, ну, на столбах. Причем столбы, да, очень часто видно, они поворачиваются в другую сторону. То есть там провода, ну, никак не протянешь от одного к другому. Они просто очень неудобно будут Да, боком друг висеть. другу стоят, да, не Да, и лицом, а боком, это как? перехлестнуться просто, да. Все правильно Илья говорит, да. Боком, да еще и будут это коротить. Перехлестнуться, и что там за Да. сигнал будет? Что там за передача будет? Вот на Морозовской больнице на старых фото я нашел. Сначала не видел, потом раз смотрю. Ой, здрасте, мать честная. Да вот они. Прямо там на этих зданиях якобы больницы. Да? Неизвестно, что это было. Да, это не обязательно столб, это может быть Да. просто решетка на стене дома с резонаторами, это может быть на крыше такая же решеточка стоять просто. Но она там ни к селу, ни к городу. Вот зачем на крыше делать решеточку такую же? А смотришь, а там, да, эти яйца, вот эти шарики стоят. Да. Казалось бы, для чего? Потом это, конечно, действительно под мощным запретом все это снималось, все это пряталось, да. Вот тут известный рассказ из одной из статей, что в заброшенном сарае в 20 веке, да, обнаружили вот эти яйца непонятного сплава и какую-то непонятную жидкость. И потом им сказали чекисты, да, типа, ребята, хотите жить, молчите, никому не говорите и типа давайте отсюда уходите, пожалуйста. Это типа не ваше дело, иначе чуть ли не до расстрела. Вот даже до того было. То есть вот эта тема, да, этого свободной энергии, беспроводной, вообще в любом количестве, была под запретом настолько, что вот в России, например, да, просто могли расстрелять за это, просто убить. Это как это вообще Россия воспринимать все это? И в то же время все это, да, вот это, назовем их, не знаю, ртутные технологии, они, Свободная энергия, да. да, дожили до вплоть до 50-х годов 20 века. Но не у нас. Дебаркадеры делали. Нет, у нас тоже, потому Хотя, что ну, еще да. сталинские проекты, вот те же высотки, они вот смотрите, мне кажется, под свободу, под атмосферное электричество заточены. Дебаркадеры, то же самое, там двойная, тройная крыша, те же колонны. Казалось бы, дебаркадер на реке, да, но это система, устройство для снабжения всего города. Вот причал, это не просто причал. Он из воды, из атмосферы брал энергию. И очень много чего было, действительно. Но вот как со смертью Сталина все как обрубило. То есть там сотни предприятий рассчитаны на много чего зарубили просто. И так далее. То есть много чего. К сожалению, со смертью Сталина обрубилось. В том числе эти технологии, они были не открытые, но окончательно на них крест поставили. Потому что Ленинград непонятно как себя обеспечивал энергией и так далее. То есть много войну использовались. То есть какая генерация была в Сибири? За Урал много сотни заводов вывезли, да? Ну а откуда там электричество было? А везде нужно оно было для собаки. То же самое Сталинград. Выпускал танки буквально вот в бой. А где там была генерация? Откуда? А там сварка была, сварочные швы, мощные такие, ну ТТ-4. И так далее. То есть эти технологии были. Водород добывали для аэростатов и так далее. Было много технологий. То же самое, первая была технология добычи кислорода, простенькая. Королёв говорит, что для того, чтобы получить кислород для окисления, там, для ракет, он говорит, сделали простенькую технологию, установочку за неделю, и получали жидкий кислород. Но это у него в книге написано. А что значит простенькая технология, установочка? То есть для него, видимо, простенькая, но сейчас она была бы, ну, огромные деньги можно было бы добывать, получая кислород из воздуха, просто сгущая его. Но он назвал ее простенькой. То есть мы не все знаем. Те же самые холодильники без электричества. Ну, работали как-то на разнице температур.
Сейчас, по-моему, Потом хотят возрождать вот эти просто. какие-то там, как же их назвать-то, магнитные, что ли, электромагнитные холодильники, как-то типа что-то типа того. То есть хотят возрождать то, что уже давно было. Да, ничего нового не изобрели с Это... 50-х. Вот с 50-х последние на машине поставили стеклоподъемники. Все, кондиционеры уже были. И с тех пор электростеклоподъемники, вот ничего не поменялось. Компьютеры пихают в машины, да, но ничего принципиального не изменилось. Кроме компьютеров с 50-х годов ничего у нас не развивается, только хуже становится. Абсолютно. Давид, я перебил. В атмосферке твоя любимая тема. Продолжай. Нет, ну Вот, да, кстати, ртуть просто крутилась. Сейчас покажу на видео, если кто-то смотрит. тут у нас и Андрей Тиртхо тоже что-то там вещает. Ну, зря его поставил. Давайте сразу поставлю на эксперимент, который Космопоиск Чернобров проводил, и он показывал это с его архива. Вот это я, кстати, не Чернобров знаю, что это нашел такое. мужика, который просто закрутил ртуть, также Vortex Engine, ну, вихрь сделал. И он дает стабильно минус 2 килограмма веса. Вот. Он, правда, движком закрутил. Но позже я показываю, что движком ртуть крутить не обязательно. Простенькая обмотка, катушка создает вращающее магнитное поле, и ртуть будет реагировать. Соответственно, будет антигравитация. Да, и также вспомним известные технологии Третьего Рейха, да. Это, я думаю, что это ни Да. для кого сейчас не секрет. И никакая это не сказка, все это правда. У них были эти летательные аппараты разнообразные и в огромной вместимости, и просто для людей. Причем не только успешные испытания, а действующие образцы. Единственное, что мне непонятно, видимо, кто-то им сказал, что, ребята, у вас, конечно, все это есть, но в войне вы это применять не сможете. Типа, кто-то их остановил. Иначе был бы вообще кошмар. То есть, все, было бы кошмар. Представляете, да, вот Да, если бы потому все что это первую ядерную бомбу все-таки, да, пустили они в сделали, ход. мне кажется. Если они в Да. космос летали на этих аппаратах, у них были там в Врил-3, что ли, да, или как по-другому, такой огромный аппарат, он, то есть в космос летали. Базы на Луне есть. Это все Ну. то, что показано в Мстителях, да, вот там, типа, этот Красный Череп его зовут, да, типа там. Или, а, нет, в другом фильме. Не про Мстителей, про базу на Луне. Я вот думаю, что это, ну, не хотелось бы верить, что это прям совсем правда, но тем не менее, похожие какие-то системы там с солярным знаком, да, обнаружены на Луне. Но это недоказуемо пока, да, мы не можем это наверняка Ну, как сказать. недоказуемо. Да. Первая телесвязь, да, в 30-х в Германии. Откуда это? А Телевизионная связь. трубки-то Реально, вот эти телевидение было. буддийские, Трубки были якобы, да. как они А назывались, забыл. то, что подлодки были без ограничения хода действия, то есть там был какой-то БТГ внутри. Это факт. То есть они были не на дизеле. Да, там, то есть там просто обычная морская вода расщеплялась на... Там несколько было. И вот как вот тестатика, типа, вот там такие же были. То есть генераторы Вимшурса, только немножко, ну, по отчетам, да, насколько верить этим отчетам, не знаю, можно или нет, но все-таки на многих форумах встречал и непонятные документы на немецком, но тоже там, естественно, по косвенно, но там просто упомянуто, что были на основе генераторов Вимшурса были сделаны двигатели для подводных лодок, то есть они не требовали ничего к себе. То есть можно было, ну, кругосветку ходить на подлодках. Почему вот эти вот стаи волчьи и блокировали всю Атлантику? Потому что они могли без привязки к базам каким-то действовать в открытом океане, в море, где угодно. Ну, кто-то им сказал, что нельзя все использовать. Да, что-то есть какая-то сила, которая все-таки блокирует, ну, препятствует, причем очень серьезно. Или направляет, скажем Потом мягко. и известный случай, когда на эскадру, да,
американскую, было нападение у берегов Антарктиды. Я думаю, это тоже все правда. Тем более даже, ну, типа даже видео есть, которое показывают, да. Неизвестно, это настоящее видео, хроника, это или фейк, или просто для, так скажем, это, ну, постановочка такая сделана, чтобы показать, типа, как на них нападали. Но я думаю, что это тоже все правда. Почему бы нет, да? Что все это было. Ну, у нас в Советском Союзе потом все это тоже появилось. Сколько есть видео, где там наши советские товарищи военные в шинелях охраняют тарелочку упавшую. Кто-то говорит, что это фейк, кто-то говорит, что нет. Тем не менее, я хочу сказать, что на вот этих, пускай для кого-то это фейк, я пока так не буду судить. Единственное, что я могу сказать, что, например, где-то в горах, да, тоже разломную тарелку засняли. И на них, у всех у них есть рунические надписи, очень похожие по своим вообще, ну, то есть они одинаковые, что там, что там, что там. Ну да, Поэтому совпадений не бывает. Чудинов все-таки он прав, что находит надписи на каменных тарелках, которые просто изображают эти виманы. Или на каких-то изображениях там, или там, не знаю, на фотографиях, да, вот этих виман. Так что да, Кстати, слишком вот. много совпадений, Илья, да, вот я тоже так думаю. Так что. Кстати, насчет Виман, да, ну я думаю, ты уже плавно перешел. Можно к виманам Ну, уже перейти? продолжай дальше, да, я думаю, стоит уже. Потому что вот видео я показываю, что этот человек сделал, да, но можно видео в оригинале посмотреть. А чуть позже вот про Виманы, как вот все вращается в простом поле. Вот он, вихрь. Вот тут просто в поле, в магнитном, в постоянке вращается. Вот я просто, если вылез. Немножко еще Да-да. добавлю. Мне уже не раз пишут, что в детстве ртутью играли и намазывали монетки. Да, был такой фокус, к сожалению, он нечестный, потому что обманывал продавщиц. И мой дядя мне об этом рассказывал, что он так делал, когда пятикопеечную монету со стороны герба намазывали, и она выглядела как 50-копеечная. Получается, с 5 копеек получалась сдача 45. Это, конечно, нечестно, так делать нельзя. Но это было, друзья. В Советском Союзе это было. К сожалению, не знаю, так вот хитрили. И Я не знаю, кто ничего. такой мелочевкой занимался, потому что Да, все вроде да. нормально себе жили. Но да, многие У говорят, детей миф денег не об было, ужасе. поэтому дети этим занимались. Я этим не занимался. Я тоже. Давали родители. Так что Хватало. было такое, друзья, Вот, было. кстати, смотрите, как крутится ртуть. Просто в баночке, но рядом к кабелю, к А, проводу. это Или она обычный крутится. силовой кабель, и к нему подносится Нет, это что-то. человек занимается антигравитацией, но он просто сделал катушку и проверяет, как там внутри поля. И он проверяет это на примере ртути. А, и вот, кстати, еще одно подтверждение тому, что ртуть не зря использовали в Виманике Шастре в Виманах. Евгений. Да, друзья, кто знаком с Виманика Шастры, я понимаю, тема тоже заезженная, тем не менее, я, например, считаю, что неизученная и до конца не изучится, потому что вот этот даже перевод, он в нескольких редакциях Виманика Шастры, можно читать бесконечно, и обязательно будешь что-то новое каждый раз для себя открывать. И здесь очень много написано технических вот этих устройств, да, там, например, называются они Янтра. Янтра, ну, типа, допустим, очередной прибор какой-то там, отвечающий за то или за это, какой-нибудь, не знаю, детектор, какой-нибудь радар, камера, видеокамера, аудиосистема улавливания звука, там. Они просто, как бы, разные функции, но называются Янтра. И очень часто в составе металла, сплава описывается ртуть. Есть такое, да, вот. То есть, кто читал Виманика Шастра, он это подтвердит.
Это тоже не просто так. Причем ртуть тут как бы указана как именно движитель, то есть основа двигателя Виманы. Не то, что в составе даже, а именно как часть того, без чего невозможно будет антигравитация. Само слово, конечно, антигравитация не совсем точно, но так как мы другого понятия не имеем сейчас, мы его везде используем. Вот. Левитация, антигравитация, Левитация, неважно. да, назовем, наверное. То есть полет. То есть перемещение объекта в воздушном пространстве или там в космическом. Безопорное движение, скажем Безопорное так. движение, да, именно с использованием ртути в основе работы двигателя Виманы. Это не единственная технология, это естественно. То есть есть там и плазменные двигатели, есть там электромагнитные, просто двигатели вращения, да, там двигатели этого, как вот маховик, есть такой двигатель. Есть, кстати, опытный образец, это видео в интернете. То есть там просто, даже, кстати, тут описана такая Вимана тоже, где просто маховик вращается и создается сила подъема. То есть он Да, просто есть ее такое. подталкивает вверх, вот эту Виману. Есть такое. Абсолютно разнообразные. Я даже уверен, что были просто типа ракетные двигатели. Почему бы нет? Это тоже подъемное, ну, огромную тягу создает. Тем не менее, самые настоящие Виманы, это, конечно же, без всяких там горючих материалов. Вот. И вот если вы почитаете, да, тут я сейчас вряд ли найду какую-нибудь хоть одну из фраз, где ртуть описана. Но и кто читал, тот подтвердит, что Виманика Шастра это есть. Ну и, конечно же, очень много есть картинок, да, сейчас их в интернете достаточно, где описано вот примерное действие двигателя. Там создание потоков, обязательно создание этого поля, да, в котором ртуть тоже закручивается там и, ну, взаимодействует в этом силовом поле. И создается вот эта, так скажем, электрическая антигравитационная тяга, если так можно выразиться. Вот. Так. И вот недавно, да, я это писал тоже в чате где-то, в ВК, в нашем, наверное, чате. Есть у нас один там чат такой. Что, беседую с Рыбниковым, я, в принципе, понял его объяснение возможности полета летающей тарелки. Потому что у него объяснение такое. Там уже, кстати, с ртутью ничего не завязано, но что, если создать аппарат, который вокруг себя образует множественное деление плотности заряда, то образуется некая, как бы это сказать, электрическая подушка. Как вот воздушная подушка, это электрическая воздушная подушка, можно так выразиться. Грубое сравнение, но ничего лучше не подобрать. То есть множественное деление, да, то есть получается как бы больше плотность, меньше, 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 чтобы была возможность взлететь. И получается такая тарелка именно в воздушном, например, пространстве запросто перемещается просто на такой подушке. Это как бы не то, что антигравитация, а это нечто другое. Ну, по сути, антигравитация, но принцип действия совершенно другой. То есть, и он мне это подтвердил. Он мне сказал, да, совершенно все верно. Типа, ты правильно рассуждаешь. Очень интересно, да, вот, то есть так подумать. Сколько много видов технологий, ну, просто можно летать, действительно, используя разные типы двигателей. Это просто невообразимо. Кстати, есть патент у нашего советского изобретателя. То есть запатентовал вот двигатель плазменный, да, то есть у него было готово все. Система там, ну, именно на бумаге, да. То есть он мог создать летающую тарелку уже в советское время, всякие машины там на это холодном ядерном синтезе. Все было готово, но никто не дал этому ход. Как обычно, да, все это бывает. Да, двигателей на воде Да. полно, БТГ В воде то же полно, самое, да. да.
Использование вращения Земли, вот это вот РАУ-ЕС был эксперимент в советское время, когда от Владика до Калининграда была единая сеть, и, в общем-то, она производила, потому что Земля все-таки вращается, как бы плоскоземельщики не ругались на нас. В частности, пару упоротых пришлось в ЧС отправить. Реально прям ругались, что мы признали, что мы все-таки сторонники планетарной системы. Вот. И был такой эксперимент. И было много случаев, когда неподключенная ЛЭП, почему? Извиняюсь, но шарашила током очень серьезно. Причем мощным таким, мощным. Потому что там есть и разница потенциалов, и много чего. Она ни к чему не подключена. Вот, но когда к генератору подключали, много случаев было, когда генератор просто, ну, сгорал. Потому что в линии было больше тока, чем в генераторе. И есть инструкции, как это все убирать и все прочее. То есть энергии вокруг полно, мы просто не все знаем. И то, что мы обязаны платить за энергию, за воздух, это, мне кажется, неправильно. Но основа все-таки, да, вращение. Вращение всегда, оно создает и дополнительную энергию, и энергию из ниоткуда, и антигравитацию. И в частности, много случаев было, когда вот именно за счет вращения, даже вот была статья дореволюционная, что в 895, кажется, году под Воронежем создали летающую тарелку. Была такая статья, можно поискать, летающая машина. То же самое в 1895 год, но якобы индус восстановил вот это вот Виманику Шастры. И вы можете видеть репортаж индийского телевидения на эту тему сейчас, кто смотрит. Евгений, видно? Сейчас, да, у меня появится, потому что я другую картинку смотрел. Сейчас появится. Вот это, кстати, интересно, я об этом не знал, да, вот Илья тут мне так поведал об этом, я что-то... Хотя, может быть, мы знаем об одном, да, и том же, потому что я вроде как слышал, что кому-то удалось создать в 19 веке, и она взлетала высоко. Может быть, это о том как раз речь? Нет, именно другое. Вот говорят, что брать рай, якобы первые, а на самом деле вот индус восстановил Виманику Шастру, вот его учителя показывают. И он именно почитал Виманику Шастру, и тогда еще, когда не все технологии зачистили, он с использованием ртути восстановил старый прибор и полетел, и это зафиксировано. И я даже Голливуд видео снял, правда, там он показал самолет. Что, мол, не братья Райт, а чуть позже ссылочку поищу. Но вот это вот говорится о том, что как он все создавал. И вот реальные из Виманики Шастры показывают и схемы, и надписи, и все остальное. Рукма Вимана, вот он, вот этот вариант, одну из Виман создал. Вот она. Чуть позже на английском сделаю, покажу. И вот он реально создал такое устройство. Эй, отстань. Вот, и сейчас я попробую показать. А, вот на английском. Вот, человек титры сделал, что в 1995 году Vortex Engine, да, with Mercury, с ртутью в качестве рабочего тела. Он назвал это Марут Сакха. При поддержке жены он сделал такое устройство. И в Самни, это такая газета, было написано об этом тоже. Очень много. В общем, применение ртути немерено, действительно. И вот, на самом деле мы не все знаем. Но если человек 130 лет назад сделал антиграф с помощью ртути, то, естественно, можно и сейчас сделать. На нынешнем уровне тоже очень просто. Потому что вот тут говорится... Вообще, кстати, в Индии очень много есть рассказов о том, как из ртути получать золото, что были запротоколированы, зафиксированы научные данные, что почему-то везде говорится о том, что в храмах это получается. Видимо, там какое-то поле создается для того, чтобы была трансмутация элементов. Но то, что вот в игнетронах это выпрямители тока с ртутью, частично контакты покрываются золотом, это факт. Это очень многие люди зафиксировали.
И нейтроны, да, могут производить золото, потому что там электричество, вот это заряд на ртуть, и получается, наверное, электроны как-то ловятся. Хотя электроны тоже это фейк такой, но что будем использовать этот термин, электрон. Да, и получается, электроны ловятся как-то атомами ртути и становятся золотом. Это тоже факт. Но вот этот текст, который я сейчас показываю, кстати, говорится о том, что на где-то 800 метров поднялся этот аппарат и 18 минут летал. Но это все зафиксировано в аналог вот этого института Пхандаркара. Вот тот человек, вот этот вот Махадев, Говиндранат и так далее, эти люди. Я просто не могу язык сломать, их имена произнося. Но вот все это говорится, вот очень много в индийском, скажем так, интернете информации про этих людей, которые сделали этот аппарат. Все это запротоколировано, все есть документы, все это, пожалуйста, кто хочет, может изучать. Как другие люди повторяли, частично успешно это все. Евгений? Да, я Вот здесь. они говорят, что имперские правила, правители запрещали все эти исследования, людей арестовывали и так далее. И предупрежденные британским правительством, они остановили помощь и дальнейшие исследования и так далее. Смотри, То есть много Илья, чего. вопрос. Владимир спрашивает. Простите, а как этот индус смог управлять этим аппаратом? Хороший вопросик. Ну, есть разные механические способы. Если создается поле, то его можно и направлять. В тех же храмах поле направлялось формой, так же, как у Гребенникова. Тоже эффект форм никто не отменял. Гребенников получил антигравитацию только формой. Он просто приближал одно с другим. И, наверное, можно, подозреваю, что тягу можно уменьшать, увеличивать скоростью и вибрацией. Скоростью вращения, то есть меньше вращения, меньше тяга. А дальше уже тело техники. То есть технические средства наверняка есть. Если он построил сам принцип, то дальше уже как использовать принцип, думаю, тоже решабельно. Так, ну вот Виманика Шастра описано следующее. Сейчас я постараюсь найти это место. Сейчас. Ну, например, тут начинается с того, что ученые говорят, что существует 32 секрета функционирования Вимана. Я сейчас немножко это здесь что-то отсюда зачитаю, ради того, чтобы кто не знаком с этим текстом, немножко что-то узнал, да, о чем здесь вообще повествуется. Он действительно интересен, очень много дает данных, необычных. Вот реально, да, хотите настоящей фантастики, вот читайте Виманика Шастра, и вы узнаете настоящую научную реальную фантастику. Реальность. А, ну, например, я не буду как бы сам начало читать. Тут про воздухоплавателя написано. Вот да, вот как управлялась Вимана. Чем? Ну, например, Тантрика описывает. Значит, этими силами, тантрические силы, да, с помощью тут определенных знаний, приобретаются тантрические силы. Этими силами наделяют летательный аппарат. Это первое. То есть использование заклинаний напрямую, каких-то тантрических техник, то бишь добыча ментальной энергии, да, иной энергии тонкого уровня, чтобы напитать ею летательный аппарат. Дальше. Я тут не буду все читать. Ну, например, что сам пилот Виманы, он должен был знать, то есть владеть вот этой техникой и владеть заклинаниями. Причем знать, что для чего применяется, чтобы не ошибиться, да? А то это получится как у Рона Уизли, да, из Гарри Поттера. Сказал одно, получилось другое. Так, сделать хотел грозу, а получил козу, да? Вот. То же самое здесь. Это не то, что знание
аппаратуры, знаний, как, что, где переключать, как у наших пилотов, это намного серьезнее. То есть игра с силами, силами природы. Напитать аппараты обязательно, то есть перед полетом, вообще перед первым полетом, обязательно аппарат, что называется, заклинался. То же самое и сам пилот себя вводил в некое состояние, как бы это выразиться, ну, может, не нирваны, да, но что-то типа того. То есть тантрическое какое-то пограничное состояние. Сейчас, секундочку. Так вот, да, и владеть и не только подготовиться знаниями, но еще и неким постом или как бы это выразиться-то. То есть обязательно какое-то особое питание, то есть он должен был особо иметь особое питание. В общем, что-то невообразимое, да, не просто да, сел и полетел, а подготовить себя духовно. Даже так можно выразиться, духовно, чтобы иметь право и возможность полета на этом аппарате. Представляете, да, сколько всего надо? Это не просто там мыслями управления. Хотя техномагия, она тоже близка к этому, но это уже намного проще. Подумал, он залетел, да, подумал, вправо отклонился, подумал, завис на месте. То есть управление мыслью. Все это понятно, то То есть. вполне возможно, кстати, вполне возможно, потому что, ну, я занимаюсь немножко технологиями аргона, то есть получение некой жизненной энергии, и знаю, что при вращении эта энергия появляется, и вот с ней нужно очень аккуратно и осторожно работать и чистить мысли, и подозреваю, что при вращении ртути этой энергии еще больше, и человек злой, агрессивный, с низкими вибрациями просто, ну, сразу помрет. И я знаю, что эта энергия, она особенная, и нужно в особом состоянии подходить. То есть я знаю, теперь я понимаю, что это действительно пилот должен быть подготовлен, прежде всего внутренне и морально. Это вполне реально. Да, Евгений? Сейчас просто отвечу. Да, еще раз всем привет, кто только вновь пришел. Молот Великана давно с нами. Зи, привет. Всех наших постоянных зрителей, а также вновь пришедших, если таковые есть. Сейчас вот такая интересная, немножечко суперфантастическая тема, да? Виманы, какие-то там мантры, тантры и так далее. То есть, и еще надо сказать, что в Вимане Кшастра описано, что пилот сам знал, из чего делать для себя особое питание. То есть во время полета на этой Вимане там даже нужно было особое питание. То есть практически это как космонавт, да? Просто с собой курицу он не возьмет, он возьмет ее в тюбике. Или там, не знаю, особые какие-то минералы, смесь минералов с витаминами, аминокислотами, да, это такая питательная смесь. Вот что-то типа того готовили для себя пилоты Виман. Там что-то на травах замешанное такое, перемешанное с пшеницей, как-то там очень такие шарики какие-то делали себе там. В общем, очень все серьезно. Наука много разделов имеет, и очень все серьезно. Не просто там наелся шашлыка, да, залез на Виману и полетел. Хотя, знаете, как для нас, так проще действительно. Залез на Виману, включил антигравитационный двигатель и чесанул куда-нибудь. По Земле или там на Луну. Так, не будем сейчас затрагивать, есть космос, нет космоса. Ладно. Могу сказать одно, для меня он есть. Так. Что еще интересно, если мы уже говорим сейчас, перешли на Виманика Шастера, да, ага. Да, спасибо, Зи, за пожелание. Так. Суши Что за лепили. пожелание? Ну,
чтобы у нас был прекрасный стрим. А, Вечер, так. добра. Да. Владимир пишет, суши лепили. Кстати говоря, что-то типа того. Действительно, они крутились и какие-то штуки там и брали это все с собой, да. Даже не то, что там батон хлеба, напитки, куски высушенного вяленого мяса или рыбы. Там что-то было другое. Очень такое. Ведическая еда, назовем ее так. Именно на всяких там каких-то пшеницах и так далее. Вот. Что-то эдакое такое. Вот. И что-то я с мысли сошел, о чем я хотел сказать. Вот видите, увлекся едой. И как всегда забываешь обо всем. Только о еде начинаешь думать. Вот, то есть правила вождения Виман включали в себя очень много и большой курс подготовки этого пилота. Но а другой вопрос, сколько было устройств на этом аппарате, да? Это еще круче. То есть и какие энергии использовал аппарат? Ну, например, как вам такое, что вот солнечный свет, а его антипод использование тени. Вот как вам такое? Использование тени. Силы тени, да? Ну, назовем это так. Силы. Не совсем понял, как это так. Ну, темный спектр. Использование темного спектра. Назовем так. Вот так вот. Где? В виманах. Как А? одна из разновидностей сил, используемых в нуждах Виманы, да, то есть там для чего-то. Использование солнечных лучей как, так скажем, дорожек направляющих, то есть Это да, использование это лучей реально. как каких-то ниток, как дорожек, по которым летишь. Как вот вам такое? А ведь есть случаи, когда вот уже в наше время, когда люди, видящие НЛО, да, свидетели, они напрямую описывали, что луч, то есть, например, прожектора или там чего-то, да, там этого, ну, фонарика, он отклонился под углом к летательному аппарату НЛО. Как такое? То есть он его притянул, да еще и под углом. То есть это реально, да, что свет можно притягивать, причем под углом. Есть такой момент, что свет притягивает. Обратный эффект. Свет, да, например, свет он притягивает к себе объекты. Что еще? Например, использование. Да, Ага. извини, в полях вращения очень интересные эффекты происходят. Опять же, вот не только при вращении ртути, но и как Гребенников говорил, что время течет иначе. Вейник, хороший исследователь в Белорусской АССР, он тоже много чего исследовал, как течет время. У него есть целая теория времени. Ну, много у кого есть теория времени. То есть поля вращения у Шипова Акимова тоже, они изменяют течение времени. То есть секундомеры одинаковые, синхронные, помещенные в поле вращения, допустим, даже первого генератора торсионных полей, вращающийся конус такой был, высокое высокочастотное поле электрическое, и вращающийся конус был. Так вот, в его поле, рядом с ним, время текло иначе, было отставание, то есть время замедлялось. То же самое в пирамидке говорят, но не у всех получилось, потому что эффект форм, опять же, никто не отменял. Но вот в полях вращения точно время течет иначе. Ну и, соответственно, физические законы тоже немножко иные, и не удивляюсь, что да, и свет может отклоняться и течь как-то иначе. Вот теперь зачитаю немножко очень классных комментариев. А они тут все классные почти. Да, пожалуйста. Так, ну, во-первых, мне подтверждают про силу тени наши зрители. Так, сила тени правильно говорит. Ну, естественно, это не моя информация. Я просто ее озвучиваю внимание Кшастера. Так, про космос я не буду читать. Вид энергии. Так, США отжали у русских красную ртуть. Кстати, да, не первое сообщение. Извините, что не успел сказать про красную ртуть. Я, к сожалению, не знаю, что это такое на самом деле.
Для меня ртуть пока что одного цвета. Но я знаю, что она есть, да, и что даже в тех же в современных фильмах Марвел показывается и красная ртуть, и в всяких боевиках показывается красная ртуть, что она имеет огромную разрушительную силу, намного больше, чем там что-либо другое, да. На ней построена какая-то там даже бомба в одном из фильмов. Там же для чего Да. показывают? Чтобы показать, что это фантастика, что этого нет. То есть нас Да, хотят убедить, потому то есть. что промывка мозгов капитальная. Нет ни одного фильма просто как фильм. Это промывка мозгов серьезнейшая. Потом известный фильм, где там Сириус, что ли, он называется, извините, я забыл, там крутые эти инопланетяшки, используя темную материю, правда, она почему-то выглядит как красная ртуть. Там целые планеты уничтожали, миры. Как он такое? Ну, Антиматерия. Но он. Марвел Да. тоже называли эфиром это, а красный цвет такой, жидкость придали, и вот в серии это девушка эта Торака, земная девушка, якобы Вот ею заразилась, вот что-то она, такое да, там. И да, назвали эфиром, вредная такая разрушительная сила, чтобы мы все возненавидели это. То есть Голливуд все переворачивает. Как бы ее нет, да, но статья за приобретение есть. И вот Тиртха об этом говорил. И сколько троллей, столько ненависти вот в комментариях у меня под фильмом, что ее нет в красной ртути, что пары опасны, что ты умрешь, если там выпьешь, разобьешь градусник. Такое количество троллей говорит только об одном. Я на правильном пути. Тема ртути, она интересна, потому что столько злобных, вот зайдите на страничку, почитайте, столько злобных троллей. Это при том, что я очень много уже отправил в черный список. Очень много, это явно тролли. Ненависть, маты, говорят, красной ртути нет. Тиртха мошенник, ну, может быть, он и мошенник, но ртуть-то, она действительно мистический металл. Столько ненависти, я просто не знаю, Женя, у тебя такое бывает? Ну, Троллей. тролли, да, они всегда есть. С ними даже весело иногда бывает, честно говоря. Но не столько, я в шоке. Вот именно тема ртути, она просто Да, как-то видимо, красная я ее не кнопка. затрагивал пока эту тему, поэтому ко мне Красная нету кнопка. столько негатива. Так, еще смотри. Да-да. Александр Бугорский пишет. Время имеет трение, воздух имеет трение. Тут, да, я забыл сказать, что про время мне тут писали, как про силу, как про энергию. Это действительно так. Что я пока не понимаю, что это такое, как можно время использовать как силу. Для меня это просто величина какая-то, да? А оказывается, время это тоже вид энергии, вид силы. Ну, я пока не могу это никак понять. Искривление пространства более-менее еще понятно для меня, но время пока что-то вот не могу никак, да? Так, еще что? Александр Бугорский. Конечно, мы тебя слышим. Еще раз можешь сказать, что получается при температуре 2360 градусов. Что получается? Друзья, красная ртуть – это соотношение ртути и материи, меди и золота. Интересно. Ну, а как это экспериментально-то проверить? Вот, Александр, вы пишете, да, такую информацию интересную. А как это и кто это проверял? Марвел. Времени не существует, Рагнар пишет. Не знаю. Ртуть. Ра тут. Смотри, перевод. Ртуть. Ну Ра да. тут. Энергия золота. Свет За твердый лато. У. А вот как Т второй перевести? А, смотри, золото получается связано с именем богини Лада. Но нота ля 300, 432. Кстати говоря, да, 432 Гц это настоящее звучание ноты ля. И когда лад строится на этой частоте, то все остальные выстраиваются в правильную структуру, все ноты. Это действительно Да, так. нам подменяют. И об этом есть видео у меня тоже на канале, как Да, заходите к нас Илье разрушают на канал финансово. Цельнозор, и смотрите, у него очень много именно, он идет именно по этим темам. Звук, вибрация, всякие частоты,
всякие технологии вот эти прошлого, да, там на храмах. Ртуть, ну, звук, вибрации, в общем, в таком роде. Очень много видео. Я как бы об этом То есть мало то, что можно делаю, да. проверить, да, то, А вот у Ильи именно что техническая можно, часть. Угу. да. Такая. Потому что все извращено, все буквально не так, как нам кажется, потому что после глобальной зачистки всего, все письменные источники, все книги уничтожены, все артефакты уничтожены, соответственно, после войны, после вторжения. А, И смотри. письменных источников нету, да, и, соответственно, верить можно только камням и только тому, что мы можем проверить сами эмпирически и технологически, скажем так. Вот об этом только все фильмы. Никакого бла-бла-бла про Тартарию, про какие-то карты, про и так далее. То есть ничего такого, что нельзя подтвердить. Я говорю только о том, что материально и как-то можно обосновать. Да, извини, Жень. Смотри, Александр Бугорский опять пишет. Ртуть плюс золото плюс медь равно красная ртуть. Так, если подумать, А почему? медь дает красный, нет, медь дает Если голубоватый оттенок. То есть есть люди с голубой кровью, у них окислы, да. окислы, да. Потом ртуть, она вообще сама по себе ртуть, как вот такой серебряный цвет, да. Да нет, я Золото. думаю, это ртуть просто зря там упомянуто, это какое-то другое соединение, красная ртуть. А просто ртуть в соединении с золотом это одно. Если на то пошло с цинком, то да, потому что цинк, вот батарейки, какие у нас были, они цинковые, ртуть и цинк. Вот эти вот батареечки маленькие, которые в фотоаппаратах, вот такие маленькие, белые продаются, они ртутные батарейки. Они самые такие емкие, энергоемкие, самые живучие, самые хорошие, но их специально сделали очень быстро изнашивающимися. Но в их основе, если бы освободить от вредительства, то это практически вечные батарейки, потому что они восстанавливаются. Там ртуть и цинк. Я думаю, что в этом плане что-то, да, имеет основание, имеет место быть, потому что именно цинк, он добавлялся и в сплавы до революции, и с ртутью соединения были, и в атмосферные утечества в конденсаторах, и во многих источниках ртуть, цинк, да. И там еще могут быть другие металлы, но для того, чтобы получить свободную энергию, использовался именно ртуть и цинк. Барон, привет. Сейчас мы обсуждаем ртуть, ее применение в технологиях прошлого. И, естественно, все с этим связано. То есть всякие там резонаторы, да, конденсаторы на беспроводных решетках. А также, естественно, технологии антигравитации виманы. Полей всяких, так, там всякие виманы Третьего Рейха, вот мы обсуждали, да, вот все это было сейчас. И как бы вот пока что мы сейчас на этой теме. Так, что еще? Сейчас я где-то потерял комментарий. Да, спасибо вам, соратники, за отклики, потому что это важно. Мы сейчас все на одной волне, на резонансе, и все-таки от коллективный разум, он это сила. И когда все на одной волне, озарение приходит. Это не эффект толпы, хотя он тоже это одно из проявлений. Но когда много людей думают в одном направлении, что-то меняется. Я как бы верю в материальность мыслей. Поэтому спасибо всем за то, что позитивно думаете. И вместе мы что-нибудь исправим в этом мире, я уверен. Да, смотри, интересный комментарий Александра. Правда, я не понял, как это может быть, что звук может менять состав. Состав частот, Может, может, да. набора частот или чего? Тембров. Ну, так скажем, есть технология модульная. Как бы сказать, есть всякие синтезаторы, да? Корги. И так далее. Sony там созданы по разным технологиям. Например, по-моему, называется модульная технология, если я не ошибаюсь. Векторная технология, по-моему, векторная. То есть там идет, как бы это сказать,
они вот создавали, потом прекратили, очень сложная технология. То есть создание, как мне объяснял звуковик, у меня есть один очень хороший человек, звуковик, у него контекстный слух, он в этих всех коргах, ямахах и так далее разбирается, к нему там известные рок-музыканты приезжают советоваться. Он мне просто такую вещь говорит. Я ему, вот я же не понимаю, как это так. Я говорю, как там создается звук? Он говорит, просто из ничего, из атома. Из атома можно создать любой звук, как он мне сказал. Как вам такое? То есть в этой вот, называется мозги синтезатора, да, а там битность разная бывает. 8, 16. Это, кстати, не важно. Комбинаций много, их хватает на все-все-все, если ты знаешь, как этим пользоваться. И вот была Да. такая технология векторная, когда звук меняет свою окраску, то есть один инструмент превращается в другой, но очень-очень по сложной какой-то там, не знаю, синусоиде или еще как это назвать. Что-то космическое, фантастическое, да, я это не могу понять, как такое возможно, потому что действительно у каждого инструмента разная окраска, разный тембр, причем набор этих, видимо, как это назвать, гармоник, да, набор. Поэтому не один инструмент имеет свое звучание, другой совершенно другое. И вот он мне все это объяснял, да, я просто сидел, что называется, у меня сознание забилось, я просто завис. Как такое вообще возможно? Но это ведь так и есть, что звук, он вообще настолько богат и разнообразен, что мы даже не знаем, что это такое. Что такое звук? Волна это или что? Да. Говорят, что молекулы друг об друга. Это херня полная, извиняюсь, конечно. Ну, может, не полная. Но что-то есть в этом, да. Он очень странно себя ведет, и на самом деле, что это такое? Потому что звук, свет, радиоволны, это все, это от частоты зависит только. Александр, а звук меняет состав камня и разделяет его. А, вы об этом? Ну, это другой вообще совершенно вопрос. То есть, как звук действует на материю? Давайте об этом поговорим. Звуком можно, правда, все и резать, и поднимать тяжести куда-то, их перенести, да? Сверлить камень. Что еще можно? Разрушить что-то, создать наоборот что-то. Все звуком, да, все можно сделать звуком. Набором частот или одной частотой какой-то. Все правда. Так, не современная ртуть, это ртуть, соотношение с металлами, она была в общем целом. Немножко непонятно. Ладно. Про ртуть вообще, для меня это настолько удивительный металл, да, который жидкий, да еще и плотный. Как такое возможно? То есть можно там, он тебе как бы не препятствует, ты можешь руку туда, называется, опустить, тебе не, эта плотность не будет мешать. То же самое, если положить сверху наковальню, она будет плавать, а не тонуть. Там. И тут же я вспоминаю фильм «Терминатор 2», где был жидкометаллический терминатор Т-1000, да? Так вот, он в книге по-другому описан, по-моему. То есть, если жидкий металл описан, говорится о жидком металле в фильме, да, то в книге там сказано что-то другое, там, то есть там какие-то молекулы. Хотя мне больше близка именно идея умной ртути, из которой, но она же должна как бы плотность создавать, как он умел, этот чувак, терминатор, да? Поэтому я не могу пока это, то есть, сообразить, как это могло действовать. Она же жидкая ртуть, но плотность имеет. И она как бы должна оформляться в конкретную плотность, без всякого там дрожания, да, там просто, например, там меч создать, как он создавал, мечи, пики какие-то там, колющие, режущие, из руки создавал предметы. Но вот это как-то даже ближе. Почему? Ну, потому что это красиво. В фильме красиво показать такого ртутного человека, да, такого робота. Это эффектно выглядит. Круто. Илья, вот что и.
Может быть, все-таки в каждой фантастике есть доля фантастики, потому что ртуть может программироваться, и не только звуком. Куча экспериментов, но мы об этом не знаем. То есть понятно, что раньше использовали везде, то есть под пирамидами озера, в телах людей ее полно. Тот же говорят, что могила Грозного, там, Невского и так далее, якобы его ртутью отравили. Чушь полная, потому что ртуть, ну, ее пили практически, да, то есть в Китае, в этих гробницах так называемых, да, но в то же время ее демонизируют все. Все исследования относительно ртути засекречены. То есть понятно, что ее используют много где, но они засекречены. Вопрос, почему? Может быть, все-таки что-то очень простое лежит на поверхности, не только связанное с вращением, не только связанное с лечением. Вот мне кажется, что где-то там собака порылась, и нужно рыть дальше. И если кто-то может помочь с этим, провести какие-то эксперименты, только втихую, не открыто, потому что все-таки это статья, то, пожалуйста, сделайте это, покрутите ее, поместите в поле, замерьте и прочее. То есть я только за любым результатом реальных экспериментов, потому что что-то там есть, истина где-то рядом. Вот смотри, мы тут говорили про тролли. Сейчас вот под моим роликом, да, перед этим, друзья, вышел ролик про беспроводные решетки в Москве. Я так его назвал, да, потому что я нашел что-то похожее на рядом с метро Алексеевской. Смотрите и пишите свои соображения. Это просто решетка, там, чтобы провода были, хотя их там нет. Там какие-то обрывки висят. Или это действительно похоже на беспроводную решетку. Очень интересная там такая штучка висит. И что, не одна, там их две разных. И вот мне пишут, как всегда, там какие-нибудь, я не знаю, как их назвать лучше, тролли или хейтеры. Там, например, там больным тебя обзывают, или там вы бредите. Да, да вообще, да. Ну, ужас. На самом деле, я считаю, что все гении такими были. Они все в основном были больными людьми, добились высоких результатов. Так что вы правы, ребят, хейтеры и тролли. Что наоборот, даже хорошо, когда такое нестандартное мышление, оно приводит к каким-то результатам. Нашему, может быть, вы и правы. Что такое больной человек? Это не вписывающийся в общую картину. Что такое общая картина общества? Да? Это когда все привыкли к тому, что им навязали. Вот я, наверное, пытаюсь все-таки быть вне этого. Хотя и я всегда и в этом нахожусь, потому что я, например, вот мое личное мнение насчет ртути, опять же, это мое личное мнение, что я пока ее боюсь. Как вот меня научили, как мне вложили в сознание, ртуть это опасно. Я так и думаю. Да. Вот даже мы сейчас много обсудили, или я тут много чего показал, обсудил, все равно я ее боюсь. А вот, я нет, я вот ее так люблю уже, я ее вот пил. А вот у Ильи, все супер. У Ильи другое мнение, понимаете, в чем дело? Так что я никуда не ушел от общей картины, вот так скажем, стадного мышления, еще можно его так назвать, да, или системного мышления. Но очень полезно выходить за рамки, чтобы понять что-то. Вот, так что вот так. Ну, за рамки системы надо выйти. А что, да, еще, что еще пишете вы? Сейчас я почитаю. Ну, опять пишут. Тебе, кстати, Илья пишет, что ртуть ядовита. Да много таких, да. А с чего взяли-то? Ну, кто это? Тетя сказала, с телевизора? Вы сначала объясните, друзья. Малышева, Малышева, да, которая, извиняюсь, показывает клитор и прочее. Я же объяснил, что этому поверим. Я же объяснил, что я считаю, что скорее всего ядовито ее соединение с другими элементами. Да, это вполне возможно. Соединение это не то. Соединение это уже другой металл. Это уже другое химическое соединение, действительно. Вот. Это не ртуть. Речь о металлической ртути, да, но не об этом. Но, вода, она безопасна, но ее соединения бывают ядовитые. Добавь мышьяк в воду, и вода станет опасной. Это другое совершенно. Не обязательно добавлять какие-то там вещества, вредные для
нашего организма, достаточно просто тяжелой воды. И не думаю, что попив тяжелую воду, нам будет хорошо, да? Нам надо пить, И допустим, очищенную воду или там, не знаю, в ней серебро, например, подержать, оно уже будет другого свойства. Александр Бугорский пишет: «Я бы вам устроил ликбез по поводу технологий прошлого». Так устройте! Просто рвусь, жду. Александр, пожалуйста. Извини, Женя. Читаю их комменты. Нет, кстати, Вырвалось. если есть отдельное предложение, пишите, пожалуйста. Вот, например, Александр тут много интересного написал про Да, по красную стоячим ртуть. волнам тоже. Пожалуйста, колокол создает стоячую волну, а звук создает магнитное поле, тот же колокол создает магнитное поле. То есть вот она, генерация. Помести катушку в колокол, ударяя и получая электроэнергию. И часть ее снова на возбуждение купола, либо рупора. Я это хочу эксперимент провести. Пожалуйста, да, вы правы. Так сделайте эксперименты, пожалуйста, присылайте. Мы не можем все изучать. Мы будем рады поддержке, да, Евгений? Конечно. Так. Поэтому, пожалуйста, давайте объединяться. Никто, кроме нас не освободит. Свобода рядом, но пассивно ничего не будет. Давайте делать эксперименты, давайте общаться, пожалуйста, делиться и что-то реально делать. Так, сейчас секундочку. Очень много сообщений. Ага. Так, я что хотел сказать. На прошлом стриме я хотел показать еще раз видео, где Илья, у тебя сейчас нет случайно под рукой видео, где вот этот в Непале, да, по-моему, колокол светится, еще и звучит. Ну, это типа забыли выключить установку. Там не колокол, там типа огни Святого Эльма на антенне наверху в храме. Ну, не Ты это имеешь колокол, в виду? а... Антенна, да, Да-да-да. навершие, что ли. Сейчас поищу, но это у меня очень много, пол терабайта видео разных, и там нужно искать. Но я примерно знаю, где искать. То есть мне нужно время. Если это Хорошо. сильно нужно, я думаю, что вот у меня видео про антеннах есть этот чат. Я попробую так Сейчас найти. я найду. Давай. Да, кстати, небольшая такая рекламка на будущее, что по Нотр-Даму много еще информации, друзья, но не все ее воспримут. Как, например, не восприняли тему того, что очень странный репортер вещала, стоя у Нотр-Дама, да, и очень странные люди там проходили, которых можно назвать странные существа. Не все это понимают, как бы эта тема немножко такая конспирологическая, да, и поэтому я буду, наверное, делать видео по другой теме. Про вот если кто помнит, да, многие лики были обнаружены, когда башни-близнецы взрывали. Действительно, многими уже принято, подтверждено, что там были лики какие-то странные, демонические. То же самое могу сказать про Нотр-Дам. Абсолютно то же самое, но не то, что там демонические, там разные лики были. Конкретно. И не только лики, но даже какие-то надписи, фигуры, символы, ну и лучи, естественно. Все это, причем это видно невооруженным глазом. Ну, это будет, наверное, не на моем канале, а на других. Я буду заливать видео. Так, друзья, я хочу найти вам сейчас про это. Так. Я даже, кстати, за название забыл этого видео. Какого? Ну, про работающий купол, вот этот. А, сейчас гляну, но Как-то ты пока забыли поговори. выключить установку, что ли, как-то так. Вот тут в чате что-то присылали, ссылку, да, я просто... А зачем тебе, скажи? Что ты хочешь показать?
Ну, в принципе, ладно. Просили ртуть? Так. Значит, у меня не ищется. Нет, нет, пока что-то не могу я найти это видео. Ну, в общем, друзья, вы, наверное, знакомы с этим видео, где показана работающая установка одного Да. из храмов, и, ну, буддийских. Забыли заземлить, да. То есть Забыли ее отошло это заземлить, заземление. забыли. Да, или там что-то отошло, может быть, намеренно кто-то это сделал, чтобы показать, что действительно это все работает. Причем, что там конкретно видно, именно работа в совокупности электричества и звука. То есть эта установка, она еще звучит как вот буддийский Как колокол. трансформатор. Как Колокол как трансформатор, но трансформатор. очень красивое звучание у этого трансформатора. Все-таки у наших трансформаторных подстанций просто гул безобразный, а там красивое Да. такое звучание колокола буддийского. Все это реально. То есть и звук, и электричество все в одном там. Все показано, как все это работает вместе. И на самом деле это получается и правда. Чистая. И на огни Святого Эльма, знаешь, вот я тебе скажу, там не похоже. Там похоже на какие-то такие суперфитонки. А огни Да. Святого Эльма это просто что-то как вот... Просто светятся... Так скажем, заряды светятся, да, все, вот они вместе. А там именно показано, что такие фитоночки нехилые, да еще они развиваются, вот эти вот усики какие-то там этого купола. Так, ну что? Ну, уже поздновато, может, хватит. Да, Полтора часа. друзья, 1,5 часа уже Да. идем. Ну, еще раз вот давай я покажу тогда все эти антенки на храмах. Да, конечно. Малиновый звон. Да, что-то типа того там было. Ну, звучали же без ударения извне колокола, звучали. Вот, друзья, чего хочется добиться самому, например, вот того, что добился Джон Килли, хотя бы приблизительно, да, чтобы создать с помощью звука хотя бы малое какое-то магнитное поле. Хотя, что такое магнитное поле? Это просто электрическое поле. Видимо, там, я не знаю, как там, что у него было настроено, но у него там были какие-то камертоны сложные. Ну, естественно, у него там применялась золотая проволока. Но можно и медную применить. Она, конечно, может быть не настолько будет суперпроводником, как золотая. Потому что у нас Но золота там не нет. только золото, Да. там золото и еще пара металлов. Ну, наверное, золото, серебро и медь. Нет, 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 нет. Забыл. Твердый металл один из... Не платины, нет, это даже недорогой металл. Не вольфрам, но что-то вроде вольфрама. Позже скажу. Вольфрам. Но у меня будет видео по нему, да. Он просто передавал вибрации, а золото передавало энергию. То есть там совокупность. Но это может быть и другой, да, просто для того, чтобы усложнить, чтобы не все могли повторить. А на самом деле действительно Да, это сойдет же такой передатчик. может могло это можно это и проще сделать. Может быть, эффект не такой Конечно. сильный будет. А вот как это уже надо Конечно. подумать, потому что ведь как между двумя камертонами звук передается, да? Вот об этом у тебя тоже показано в фильмах. Тут же, когда посмотрев твой фильм, да, еще раз вот эту систему из двух камертонов,
передающих энергию звука, вибрацию, да, тут же вспоминаешь работающей, то есть действие, это совместное действие работающей катушки Тесла и неподключенной катушки, а или Да, нескольких. совершенно верно. Увеличивается Рядом стоят, энергия. из ниоткуда. Да. И тут ученый такой, один из наших, показывал, да. Ну там у него, конечно, здоровая была такая установочка. Да и я экспериментировал. Я же тебе прислал маленький этот катчер. А рядом второй поставь, он будет ловить. Потому что одинаковый диаметр. Важно, чтобы было количество витков и диаметр одинаковый. И все. Будет ловить. Вот две катушки одинаковые рядом поставь, будут излучать. Вообще не вопрос. Так, И Александр, да, говори, потом я тогда. если немножко ртути в катчер внутри катушки Тесла, ну, пару градусников засунуть, то интересные эффекты будут, кстати. Рекомендую всем повторить. То есть энергия начнет как минимум излучаться хорошая. За полчаса работы комната наполнится этой энергией. Если в катушку Тесла внутрь на уровень первички положить кристаллик и ртуть, градусник. Рекомендую всем. Попробуйте. Так, значит, смотри. Александр Бугорский пишет. Магнитное поле – это процесс жизнедеятельности частиц. А каких частиц? Вы можете уточнить? Каких да, именно? Кстати. Это очень важно, на самом деле. Пожалуйста, уточните, какую частицу вы имеете в виду? Потому что это на самом деле важно. Знаете, я не верю в разные, что называется, семейства частиц, которым нам физики вещают. Это все бред. Вот я об этом давно думал, еще до начала своей деятельности изучать что-то. Я просто пытался понять их, думал, да как же это так? Я спрашивал друга физика, я спрашивал, кого только не спрашивал, которые учились всяких там, не знаю, МИФИ, МГУ там. Я говорю, что, вот как вот они нашли ее? И он мне начинает рассказывать, как они ее ищут. Знаете, но детский лепет, как они ее обнаруживают. Якобы Да какой-то никак. остаточный след в какой-то среде. Я говорю, а как они поняли, что это именно она? Ведь она раз, все, ее нет. А вот они подумали, что это так примерно. Я говорю, о, ну понятно. Все там условно примерно. Никакой точности. Как, где же физика, точная наука, если у них точности там нету никакой? Ну, ты помнишь Как? сказку Откуда? про то, что такое электричество? Говорят, что в учебнике написано, что электроны двигаются по проводу. Ну, как так? Там же свои электроны есть в мире, допустим. Да. Ну, хорошо, двигаются. Получается, но ничто не может появиться из ниоткуда. Получается, там, где стоит генератор, не знаю, на угольной станции, допустим, электростанции, неважно, там должна быть дыра. Огромная, потому что оттуда материя к нам в дом идет. А дома должна быть уже гора, получается. Потому что мы потребляем электричество, молекулы, не знаю, ионы, как угодно называть можно, электроны. Но все равно это материя, это частички вещества. Как, какими бы мелкими они ни были, они все равно с одного места, получается, переходят в другое. Что-то я не вижу у меня дома горы чужой материи, которая прибыла, как вода, по трубке медной. Ну вот в упор не вижу. Если кто-то видит, пусть покажет мне. Любой ученый покажет мне. Где смотри, это? Сообщение от Александра Бугорского. Я же говорил, ртуть — это материя, которая приспосабливается ко всему. А доказательства где этого утверждения? Нету. Нет. Доказательства. Хоть один опыт. То есть это ртуть, это такой терминатор тот самый, да? Т-1000. Сам Ну, по себе. Пока, да, сам по себе. Ну как? Покажите. Должно быть внешнее воздействие. Тогда да, что-то похожее будет. Но опять же, это столько всего в теории. Так. Ну, вот мне присылают ссылки, друзья, и у меня сейчас чат очень долго будет пролистываться, я уже не смогу их здесь поймать.
Коллеги, пишите в комментарии, если не отвечает Евгений, отвечу я, и сейчас себе залью этот чат, пожалуйста, либо в фильм про ртуть пишите, и мы обязательно, когда будет время, просмотрим и дадим ответы в следующем чате, в следующем стриме. А на сегодня, полагаю, достаточно, как ты считаешь, Евгений? Ну да, в принципе, можно потихоньку сейчас закругляться. Друзья, сегодня тема у нас такая была, да, поэтому кто хочет еще задать вопросы или что-то написать, пишите это сейчас. Дело в том, что у Ильи время там другое, у него позднее. Да и людям потом Да. смотреть чат больше Да. 2 часов сложно. Полагаю, так. Поэтому. Так, сейчас, ага. Ну вот Александр нам советует нагреть ртуть 2640 градусов. И типа Так, я и что нагрею, будет? что будет после этого? Но Говорил она же. кипит, 350 градусов она вся выкипит, 338 начинает уже кипеть. То есть она испарится. Как ее можно нагреть? Разве что под давлением пары получается. Но пары светятся прекрасно в куче приборов там в магнетронах там жидкость, а вот в тиротронах там пары, и она прекрасно работает, пары ртути. В лампочках, вот, которые уличное освещение, там пары сначала долго разогреваются, ну как долго, там минутку, а потом эти пары прекрасно светят, потребляя мизер, мизер. И очень многие люди делают освещение на этих лампах, они убирают внешний, там две колбы, они убирают внешнюю колбу, и они замеряют резонанс потом после разогрева и вводят в резонанс. Получается потребление там 20-30 ватт, а очень много света и очень много тепла. И делают такое отопление. Получается намного более экономично, чем любое электроотопление. Потому что там и излучение, как бы из ниоткуда, да? И если ввести в резонанс, опять же, одну-две лампы, можно отапливать огромные площади. Огромные. И равномерно, получается, за счет света распределяется именно отапливающий момент. Но в то же время есть еще и воздушное охлаждение, никто не отменял. То есть отопление сделать вот этой ртутной лампой элементарное будет очень экономично. Потому что ртуть и ее пары, они, получается, как взаимодействуют с эфиром как-то и из ниоткуда берут энергию. В том числе на нагрев. Это да. Илья, смотри, мне предлагают поменять тему. Ну, это, конечно, тоже уже оговаривалось. Вот эти лики на Брайтон-Бич, на мегалитах, на камнях. Вот где там волнорезы. Давай отдельно сделаем, потому что по Америке очень много чего можно говорить. Очень много. И петроглифы, и геоглифы там есть. Американцы только начинают замечать это, кстати. Просто реально людям будет сложно потом посмотреть все это. И тем более по другой теме. Не, ну, Давай. да, ну, так, сейчас, секундочку. Александр, Потому говорите, что. мы вас слушаем. Так, Илья, ну, тут есть как бы предложение, как ты хочешь, или еще посидеть чуть-чуть, или тебе уже пора. Просто уже 1,5 часа. Дело не в мне, пора, я еще посижу, но тема на 90, не знаю, сколько-то процентов практически уже озвучена. Люди услышали, комменты есть, дальше уже будет высасывание из пальца. А людям, которые не с нами сейчас, а будут смотреть потом, я думаю, многих может отпугнуть длина файла, грубо говоря, и время, которое нужно посмотреть. Не, ну это ты не переживай, так тебе-то можно сужается средактировать. Ну хорошо, я это сделаю. Я знаю, как это делать через телефон, там проще, без всяких редакторов. Просто урезаешь шкалу и закачиваешь то, что тебе надо. Я так делал не раз. Кстати, советую. Это самое простое решение, когда нужно разбить, допустим, видео, снятое на 2 раза, или просто сократить то, что тебе не надо вырезать. Ну, мы обсудим чуть позже. У меня пока есть премьер. Я очень им доволен, потому что это замечательная программа. Всем рекомендую.
для монтажа. Даже, ну, может быть, новичкам и не стоит, но для более-менее серьезного монтажа рекомендую всем Premiere. Там очень много возможностей скрытых. Александр, вы хотели что-то сказать? Пишите. У меня чат сейчас как раз и на компьютере виден, и на телефоне. Вы просили, чтобы никто не говорил, и вы... Это Бугорский, который я его зачитывал уже не раз. Вы можете написать ваше сообщение. Вы можете, кстати, его отдельно написать, допустим, в Word и целиком скопировать, сюда сразу его выложить. Оно сразу появится все целиком. Кстати, сколько сейчас смотрит чат? Зрителей Жень, да. за 300. За 300. Просто начиналось буквально с 12 с чем-то, сейчас 16 с чем-то. Просмотрев моего видео про ртуть буквально вот за 1,5 часа. Удивительно. 300 человек столько не посмотрит. Ну, спасибо всем соратникам за проявленный интерес. Оно того стоит. Это развитие интеллекта и людей, и маленький шажок к нашей общему освобождению, победе. Спасибо. Ну да, 309, 311, тут варьируется. Тут было 100, 320, 317. Александр Бугорский, хорошо, всем добрых дел и здоровья. Ну хорошо, ладно, тогда можете написать комментарий под уже стримом. Так. Вот знаешь, вот у меня просто вчера это видео было про этот колокол. Ой, господи, Да что он кукол. тебе так дался? Ну, блин, зальешь ты его отдельно, и у меня есть в видео про антеннах. Это не так уж и вообще актуально и важно. Совершенно. А, нет, здесь вот я открыл другое. Это про... Человек просто здесь говорит, что типа вот благодатный огонь — это работающий купол. Ну, в том числе там вся система осталась целой и иногда включают в этот вот особый день, скажем так. Ну, это сугубо мое мнение. Посмотрим, вроде бы Джон Коннор туда полетел, чтобы снимать. Посмотрим, что он там снимает. Скоро будет видео. Так, у меня люди просят открыть про крылышки жуков. Ну, тогда сейчас наберу гребенников. Гребенника, конечно. Нет, сейчас. Вот, Но вот. много-много людей повторяли, много пытались что-то сделать. Действительно, есть эффект форм у этих жуков. Интересно, у них крылышки, но так, чтобы все выстроить и, ну, вот, и человека поднять, такого никто не добился. А вообще эксперименты с этими жуками, да, есть. Многие проводили, интересно. И об этом тоже есть много видео. Самое удивительное, что он работал в советское время, его никто не заблочил, наоборот, его печатали, ему дали возможность действовать. Представляете, вот для меня вот эта загадка. То есть они бы спокойно могли его просто куда-то увезти на машине и все. Но они ему дали возможность работы. Он Там действовал, было не... работал и изобретал. Да-да-да, ага. Но его, тем не менее, книга появилась только после его смерти. То есть во время жизни ничего не было, это раз. А второе, ему дали, потому что он горел этим, понятно. И тема была интересна. То есть это было что-то, видимо, новое для нашей власти, для наших захватчиков. Они сами хотели знать результат. Они с этим не сталкивались раньше. А как только они получили результат, все, его, по сути, изоблачили. Книжка вышла, но она пустая, и там ничего реально работающего нету. Подозреваю, что даже она во многом уводит в сторону. Отредактированная книжечка, Не то проще говоря. слово. Полностью. Полностью.
Мне тут пишут, что типа авторы этой книжки так. Так, я предлагаю, друзья, кстати, хороший момент, друзья. Можно сейчас сделать перерыв минут 10. В прошлый раз это было, вот на стриме. И, в принципе, я считаю, ну, многие стримеры, блогеры это делают, перерывы. Я считаю, что это очень грамотно. Так что, кто хочет... Вообще, я думаю, все хотят перерыва, да, или здесь кто-то останется общаться, кто-то отойдет чайку налить или еще куда-нибудь. Вот я предлагаю сейчас то же самое. Илья, как ты на это смотришь? Пожалуйста, но я думаю, что тема уже действительно себя исчерпала, то есть мы уже переходим, наверное, на другую тему, верно? Да, на другую тему запросто вообще. Можно чуть-чуть про Гребенникова, а можно вообще абсолютно другую. Например, ты Так, что-то скажешь. связь умерла у меня. Ну, наверное, Ага. это знак. Евгений, наверное, я тогда закончу, дальше тогда сам, если можно. Ладно? Да, хорошо, потому что я тоже, наверное, потом долго особо не буду. Потому что связи нет вообще, ты квакаешь. Ага. Нет, ты можешь переподключиться по скайпу, если хочешь. Но если ты уже собрался как бы закругляться, это как бы твое решение, как Вот хочешь. я услышал, если хочешь, и все. Ага. Это знак. Пора, наверное. Да, Ладно, реально. очень жаль, Ау. потому что я хотел, чтобы ты, допустим, про акведуки дополнил, но это можно в следующем стриме. Вот не слышу, чего ты хотел. Это все, что я слышал. Про акведуки, чтобы ты дополнил. А, ну давай тогда перерыв сделаем, хорошо. Ну, Все, не перерыв. обещаю, что я... Да. А я пока... Ну, музыку поставить сейчас не смогу, потому что я не подготовился, как ее ставить, эту музыку. Извините. Ну, ты включи рядом какой-нибудь и все, и оставь YouTube канал любой. Сейчас. А будет он слышен-то? Должен. Сейчас я по-другому сделаю. Моцарт. Их жалко, здесь нельзя. Это же тогда будет нарушение авторских прав. Что? Классическую музыку. Классическая даже. Вот я тоже в шоке. Кто-то себе захапал классику, твари. Друзья, слышно музыку? Скажите, пожалуйста. Страйки? А, да, кстати, за музыку могут страйки полететь. Моцарта.
А, Моцарт? Сейчас. Музыка Моцарт. Ладно. В общем, друзья, перерыв. Да, на сколько? Ну, минут на 10-15. Вот так, давай сделаем. Хорошо, 15.33, давай в без 15. Без 15, все хорошо. Угу.
Кауч, 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 кауч.
Так, что-то я не понял. А что с камерой? Так, всем снова привет. Здравия. Ну вот, не знаю, мне тут пишут, не забанят ли за музыку. Честно говоря, не знаю. Ну, вырежем, ребят, вырежем тогда музыку, перерывчик этот. Если так уж серьезно все. Ну да, YouTube вообще что-то много у него претензий всяких. Так, что ж такое-то? Сейчас я открою чат, чтобы читать, смотреть. Ну, уже много людей ушло. Ну, может быть, сейчас подойдут, а может и нет. В общем, давайте еще немножко продолжим. Илья, так, Илья, ты хотел что-то сказать нам по акведукам. Я могу сейчас их открыть. Картинку. А, ну да. Ты, в общем-то, в предыдущем стриме правильно начал, потому что акведуки – это волноводы, коих много количество. Чуть позже я планирую сделать видео на этот счет, потому что, ну, надо развить эту тему. Они явно не для воды, как и колодцы ступенчатые, потому что, ну, зачем нужно воду какую-то вести, когда буквально полно фонтанов в каждом городе? Просто немереное количество фонтанов и скважин и всего остального, и так называемых родников, колодцев и так далее. По всей Индии, там, например, в России везде и так далее. Но тем не менее, даже в России были акведуки, и их много. Зачем делать большой-большой акведук, сложный, на большие расстояния, когда вот копнул два раза, и вот она вода. И она везде есть. Но в то же время это иной вид волновода. Если линия колонн – это один вид волновода, H10, если не ошибаюсь, то вот этот вот другой вид, он горизонтальный, он не вертикальный, волны идут не вертикально, а горизонтально. И таких волноводов полно в Египте, они же не обязательно должны быть замкнутые. Они могут быть и такие, не замкнутые, их очень много. Поэтому мы видим просто вид волновода. Вот такая вот лэб для передачи энергии. Просто-напросто такой горизонтальный вид волновода. Вот и все, все, что я хотел сказать. Там, естественно, была тонкая настройка на вибрацию, поэтому мы видим прямоугольные отверстия, резонаторы везде, как вот в вот этих вот вилках звучащих, да, которые я тоже показывал, камертонах. Их еще называют камертоны, но я называю звучащие вилки, потому что, ну, камертон немножко неправильное слово. Но ничего. И поэтому это был просто способ передачи энергии на расстояние. И все. От источника, как и так называемые стены, как Великокитайская стена, как вот и Бангладешская стена, что я показывал в своем ролике. Да, это просто волновод для передачи энергии. Вот, собственно, все, с чего можно начать. Евгений. Да, если ты видишь, я сейчас показываю трехуровневый акведук. Или, вернее, это виадук назвать. В принципе, не важно. Я не понимаю, зачем у них такие названия. Вот, посмотри на... Я, если... Ну, в видео я сказал, что... Типа здесь, допустим, вот наверху более часто
арочные вот эти вот проемы, да? И, соответственно, я бы сделал предположение, что здесь выше частота передачи. То есть волна здесь. Частота. То есть этот волновод, видишь, он как бы делится, да, на три. Нижний, средний и верхний для более высокой частоты. Как ты думаешь, может ли быть именно это так или все-таки по-другому? Илья, если ты с нами, конечно. Да, мы можем лишь догадываться, как все это было на самом деле. Просто я забыл включить микрофон, извини. Чтобы уменьшить шумов, я выключаю его. Мы можем догадываться, но подозреваю, что поскольку есть очень великий шанс, что на самом деле рабочей была только верхняя часть, на самом деле. Но мы видим и одноуровневые, не менее высокие. Поэтому я делаю предположение, что все-таки тут имеет место совмещенная передача, то есть три уровня, три вида частоты, скажем так, потому что от длины волны зависит еще и диаметр. Вот эти вот вертикальные столбы для горизонтального волновода совершенно не мешают для передачи энергии. Поэтому подозреваю, что здесь три вида частоты, соответственно, три потребителя, три разных вида передачи энергии, три разных волны, скажем так, которые затем могут просто в одном месте через умножитель частоты, как на Махавихаре, соединяться, либо наоборот разделяться, и в резонансе давать еще больше, намного больше. Так, значит, Александр Бугорский, в составе этого волновода является известняк, который восприимчив к волнам. Ну то есть сейчас Александр нам сказал про материал, из чего сделан волновод. И что типа известняк может это делать, да? Передавать энергию. Я так понял, Александр. Два вида волны. Ну, об этом Илья сейчас и сказал, да, что несколько, ну, два или более вида волны. Так, вопрос, кто и для кого их построил? Микро и гамма. Два вида волны. Кто и для кого их построил? Ну, все-таки это наследие прошлой цивилизации. Единственный момент, что если это сделано из известняка, может быть это чтобы быстрее сделать, а может быть это все-таки межпотопная цивилизация, да, межпотопная постройка. Хотя я так не думаю, потому что слишком уж их много осталось. И, но другой момент, насколько долго они могут простоять и когда их все-таки сделали. Илья, мы тебя не слышим. Ты, наверное, опять микрофон там не так Да, включил. я выключаю, чтобы было меньше шума, и тогда ты либо говори, спрашивай, либо я сам вклинюсь, включу, не переживай, я с вами. Ну вот, у меня такой момент. Я не могу пока сейчас определить, какой этой цивилизации принадлежит. Тут задали вопрос, кто и когда это создал. Ну, подозреваю, что это, во-первых, неважно, межпотопное, допотопное, потому что пока можно говорить о том, что вот самый главный потоп, так называемый, он вызван ядерной бомбардировкой. Я полностью согласен с Кунгуровым. Вот эта вот пыль, поднятая в воздух, которая затем из-за охлаждения температуры вместе с водой выпадала там больше 2 лет практически, именно сверху и насыпала, вот, и засыпала и крыши, и все остальное, и проламывала крыши, которые уцелели после бомбардировки. Так вот, можно говорить, что это был один потоп, потому что до этого мы отбились. Да? То есть можно говорить, что один термин применять до потопа. А межпотопное неважно, потому что есть кирпичные волноводы, кирпичные акведуки. Да, вот о них можно говорить межпотопное, но в целом как явление можно говорить, что просто это допотопное.
Поэтому, ну, неважно, на самом деле неважна дата, поскольку эти вещи стоят, уверен, 1000 лет. Они так настолько добротно сделаны, что даже кирпичные здания стоят минимум 300 лет, как я вижу, потому что, ну, некоторые вообще как новые. Здания, построенные 100 лет назад, уже многие совершенно в никаком состоянии. А вот 200-300 лет назад они стоят и стоят прекрасно. То есть реальных дат, реальных способов определить возраст у нас нет. Мы лишь можем предполагать, что поскольку это твердые камни, а не кирпич, то да, можно говорить о до первом потопе, до первого утери технологии, до первого наезда бомбардировки. Да, но это лишь наше предположение. Насколько оно верное, на самом деле, мне кажется, неважно. Это все допотопные сооружения. И те же самые принципы технологий вибрационных, волновых, звуковых, которые, с которыми мы имели дело раньше. Это наша цивилизация. То, что нам сейчас насадили, только переменка, только один вид энергии, это немножко ущербно и неправильно. Раньше были и звуковые технологии, и вибрационные, и волновые. Мы видим много видов волноводов. Мы видим волноводы горизонтального типа, как в Египте, такие так называемые дороги. Мы видим волноводы вертикального типа, это колонны, идущие с равным шагом на одной высоте, тянущиеся на, бывает, десятки километров разные. Мы видим так называемые вибрационные и волновые одновременно. Это так называемые амфитеатры по всему миру. Говорят, что это для Солнца. Так есть на север повернутые, на запад повернутые. Какое Солнце, если повернуто на запад? Да, и примерно одинаковые. В звездных крепостях есть они. То есть мы видим сочетание совершенно разных технологий, и все это как-то мирно уживалось, и все прекрасно себя чувствовали. Я просто уверен в этом. То есть неважно, когда это было построено, важно, что принцип один. Да, грубо говоря, что это машина, она может быть и из пластика, не обязательно из железа. Но принцип один – это автомобиль, средство для передвижения. Здесь то же самое. Это средство передачи энергии. Вот и все. То есть это важнее, мне кажется, чем то, когда это было построено. Важно, что это было построено нами, людской цивилизацией и до вторжения. Евгений? Да-да. Да, я барона поддерживаю. Друзья, ставим лайки, если нравятся такие стримы. А я считаю, что они разнообразны по своей информативности. Ставим лайки. Так, я хотел обратить внимание вот на этот акведук. Здесь видно, что какое-то отверстие. И, скорее всего, оно сквозное, я так предполагаю. Вот тут хорошо. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, что обломалось. Мы все видим. С другой стороны, плохо, что все это рушится. Вот как это ты думаешь? Волновод тоже. Он не только снаружи, он и внутри. Был волновод. Угу. Вот и все. Все наглядно видно, друзья. Да, вот. Да. Потому что явно, что это не вода там передавалась. Уж если это замкнутая, как труба, да, то не нужен уровень такой ровный. Такой ровный уровень для передачи энергии по прямой нужен только для волновода. И, соответственно, мы можем туда слазить и замерить длину волны и понять. Потому что если это прямоугольный и вертикальный, то это верно тип волновода для H10. Соответственно, мы знаем тип волны, мы можем посчитать длину волны. И, соответственно, мы знаем, что откуда передавалось. Евгений. Да, вот еще один тип где-то располагается. Еще, например, есть, если я здесь, конечно, найду, акведуки там, ну, с водным каналом. Не помню, где я тут находил. По ним там даже транспорт ходит водный. Всякие катерки. Это наверху, ну, вода тоже классный и источник, и распространитель энергии. Да, одно другому не мешает совершенно. Вот, нашел. Совершенно. Ура, то есть, нашел. Да, вода была переносчик энергии, скажем так, проводник.
А то, что там сверху потом пустили что-то, ну, это... Лодочки. Мы сейчас по ним и паровозы пускаем, и в церквях молимся, хотя это не для молитвы. Назовем это церкви, да, то есть это, ну, не важно. И если мы начнем компьютеры, какими-нибудь дикари компьютерами по башке друг друга стучать, это значит, что это молотки. Сейчас, секундочку. Ника. Евгений, я тебе фото антенны это выкладывал. А дай знать, если ты заархивировал это фото. А напомните, пожалуйста, где, что за фото? И если можно, сюда его еще прислать. Антенны какой? Мне много чего присылают, и антенны разные. Придется ждать, когда чат сейчас провернется. Сейчас я обращусь еще раз. Ника. Такой. Да, чат опять, короче, будет пролистываться долго. Так. Вопрос. А кто есть захватчики и откуда они взялись? Интересует версия двух ораторов. Ну, в принципе, мы уже не раз их поднимали, да, эти вопросы, и отвечали на них. Однозначного ответа нет. У меня есть ответ, но он будет позже на канале. Да, лучше все-таки видео. Так вот, просто словами все не сказать. Так, секундочку. Какой год? Александр Бугорский пишет. У меня дома стоит генератор энергии, который вырабатывает 1000 киловатт. Вполне все возможно. Я не видел. Так, захватчики. Те, кто манипулирует народом. Понятно. Про захватчиков это ясно. Ну, друзья, тут можно гадать, кто они такие, откуда. Нормальный комп. Илья Алексеев, Евгений, пора бы уже нормальный комп прикупить. Ну, это отдельная вообще тема нормального компа. Мне уже как-то писали, а после того, как соберешь на квадрокоптер, будешь собирать на мощный компьютер? Буду, друзья. Но все зависит от вас. И квадрокоптер, и мощный компьютер. Ну и, конечно, будем надеяться на то, что YouTube еще будет с нами. Что его у нас не прикроют. Ну, хотя бы, конечно, могли бы свой сегмент российского YouTube создать. Это было бы грамотнее, потому что к этой системе все привыкли. Вообще все. Она очень удобная и лучшей альтернативы я не вижу пока что. Так что мощный комп это в будущем. Да, есть такое желание. Такое. А теперь Но по... есть еще Vimeo, есть еще Rutube, все-таки много площадок довольно-таки. Естественно, YouTube лучшая и самая мощная, у них там и видео лучше обрабатывается, и мощностей больше. Но тем не менее, я думаю, что-то останется, потому что, ну, понятно, что собственник один, как у Pepsi Cola и Coca-Cola, да. Но подозреваю, что, ну, в ином виде, но будет YouTube. 22-й год, например, немножко, что-то будет. Ника, если хотите, чтобы я показал сейчас какую-то фотографию, пришлите ее сейчас в чат. Он как раз нормальный сейчас. Вот я смотрю его на компьютере и могу ссылочку показать всем. Ну, какую-то фотографию. А если в ВК отдельно, да, то это, наверное, потом придется смотреть мне. Хотя там, конечно, фотографий разных антенн у меня очень много. Так, секундочку. Пожарная каланча. Нет, но это немножко другая тема.
А это, если вот сейчас смотрим эту фотографию, то это к вопросу, есть ли другие нормальные еще тоже соборы, да, похожие на Нотр-Дам. Ну, это, конечно, немножко не такой, но все-таки из той же серии. Пусть он поменьше, но технологии-то здесь есть. Есть. Вот, например, рядом еще стоит типа фонтанчик, он тоже относится сюда же. А я жду ссылку, если мне пришлют на антенну, да, которую надо показать, то я ее сейчас же и покажу. Андрей Паюсов, можно подарю комп? Андрей, можно. Пишите в ВК или на почту. Почта у меня в разделе о канале. Можете прямо в ВК. У меня группа там есть. Ссылка на нее есть, на эту группу. Я там, ну, модератор. Так что если... Так. Так что если хотите, Андрей, пишите. Рассмотрим ваше предложение. Хорошо, да, хорошо, договорились. Так. Это, Илья, у меня есть такой вопрос. Вот смотри, да, допустим, стали, Да. где вода, стали использовать вот под эти лодочки. А вот где железная дорога, это ее, видимо, позже положили. То есть, возможно, что ее там и не было. Конечно, да. Как, например, Я же говорю. в Гарри Поттере, да, там известный такой момент. Не раз показывали, как едут. Ну, естественно, машины всякие, которые едут по этим же мостам. Так, что-то я... Да. Вот. Так. Человек, у которого дома свой генератор. Да, вот Александр Бугорский нам сказал, что у него есть генератор. И сейчас и в чате многие просят прислать схему. То есть, Ну, чтобы... я написал. Да, Илья Ты в зоне написал. риска, если один. Давай присылай. Или молчи, либо говори всем, потому что смотрят, исчезают люди. Например, Андрей Тиртха поехал... О, смотри, ты нашел, да, то самое видео? Да. А что еще Наконец-то. идет? Трансляция видео еще идет? Я только сейчас увидел. Включи его, пожалуйста, чуть-чуть. Вот просто можешь даже остановить. Это, ну, я имею в виду видео вот этого работающего купола. Сейчас. Так вот, Андрей Тиртха, как вы знаете, поехал. Куда он там? В Австралию или в Канаду? Куда он там поехал, я не помню. Вот, Да, показываю. вот. Да, друзья, это то самое видео. Надо будет его обязательно где-нибудь использовать, чтобы я хочу приблизить вот эту верхушку, чтобы получше рассмотреть самому и вы тоже. Ну, видео это все, конечно, надо сделать. Также еще хочу сказать, да, сейчас немножко перейдем на другую тему. Я нашел очень много видеохроники начала 20-го, конца 19-го, начала 20-го, где вот там в Лондоне, в Америке, в России, там можно столько всего найти из серии вот этих технологий беспроводных. Даже вроде показывали мы их не раз, да, обсуждали. Тем не менее, там будет очень много всего, что просто можно вот показывать и, допустим, чуть-чуть комментировать. Есть у меня такая задумка. Но хроника, да, сами понимаете, опять же имеет авторские права, поэтому там будет что-то Вот, чуть-чуть. Ага, да-да, вот так вот. да, сделаем. А вот такого видео полно, ну не полно, а вот на костелах, на кафедралах, так называемых соборах, показывают иногда искорки, то есть в крестах и внутри почему-то крестов
как будто какое-то поле и искорки. То есть таких видео несколько. Но есть что показать, по крайней мере. То есть для меня очевидно, что даже сейчас работает, если не зацеплено, если не заземлено. То есть для меня очевидно, что было атмосферное электричество. Было. Вот оно. Это огни Святого Эльма, похоже. То есть, ну, есть шанс, что это все-таки монтаж. Есть, но мне кажется, что вряд ли. Потому что слишком уж все симметрично и правильно. Там, где надо. Евгений? Угу. Ну, вот про другие видео я не знаю, где там кресты с искрами. Так что ты тоже хотел видео, кстати, поэтому по этой теме сделать. Ну, в общем, будем ждать. Так. Сделаю. Просто у меня уже в списке 40 видео, и я не знаю, за что хвататься. Очень много чего хочется рассказать. Но даже если по ртути вот столько троллей, я подозреваю, сколько ненависти будет по дальнейшим видео, которые тоже не так однозначно, мягко говоря. Ну, посмотрим, попробуем. Мне пишут, а где звон? А вы когда это видео посмотрите, у тебя есть возможность сейчас его в чат прислать, это видео? А вот это. Я уже прислал. А все, вижу, но вижу. Это не оригинал, это перезалив. Я найду оригинал со временем и покажу. Это в Камбодже, в Пномпене. Храм известно какой, то есть, ну, найдем. Вот, а вот эти видео, про которые ты говорил, другие, это, конечно, меня еще больше заинтересовало, потому что пока не находил. Но вот я еще раз говорю, что в хронике, где показывают просто городская жизнь, да, там столько всего показывают. И купола, и всякие вот эти U-образные столбы, типа камертонов, с какими-то крестами там внутри, или с лампами. Просто сами по себе столбы с лампами. Какие-то в одном видео показано такая, типа часовенки, да, как такая многоярусная. В общем, очень-очень много всего, даже того, чего еще не показывали. Ну, в основном, конечно, все уже обсуждали. Вот такая задумка есть, показать эти вещи. Так, что еще? Александр Паюсов прислал какую-то ссылку. Сейчас я посмотрю, что это такое. А, нет, здесь час 20. Квантовое электромагнитное поле, ясно. Ну, спасибо за ссылку. Да, вообще вот эти видео хорошо, да, их поизучать, но катастрофически времени не хватает. Они такие все лекции интересные, все, но очень продолжительные. Ловчикова, например, да, тоже можно посмотреть. Про все вообще, про все, про все. Там, про электричество, про эфир, про эфиропотоки. Про объяснение формул всяких, сравнение там объема. Ну, в общем, он много чего сравнивает и говорит, вот смотрите, почему там похожи эти формулы. И очень многое становится понятно. Рыбникова тоже очень много. Так что просто нет, катастрофически нет времени, не хватает вот именно все охватить. В том числе и охватить задумки, которые хочешь показать в видео. Много-много всего, друзья. Это, конечно, хорошее время, что много информации, но это беда в том, что ее очень долго обрабатывать приходится. Так, ну что? Наверное, на этом давайте уже все-таки закругляться. Все-таки уже 2,5 часа. И, в общем-то, все, что хотели сейчас еще досказать, сказали. Все другие темы будем поднимать в следующих стримах или в видео. Да, то есть про ртуть, про
смотрите на моем канале про акведуки, это у Евгения и немножко у других, допустим, исследователей очень много об этом. Иш Кардин говорит очень много, ТМ, кажется, студио называется, да, про волноводы в Египте. И скоро выйдет видео про волноводы, то есть про акведуки у меня, про горизонтальные волноводы. А про вертикальные волноводы в прошлом видео на канале уже есть, тоже смотрите. Спасибо. Да, друзья, наверное, сейчас давайте будем закругляться. Всем выйти из тени. Да. Все, добра, соратники, счастливо. Добра, соратники. До новых видео. Всем пока. Всем добра. Пока.